Цифровые технологии укрепляются в жизни общества. Технология блокчейн глубоко проникла в документооборот современных компаний, особенно в финансовом секторе. Такие стартапы, как Polybius, обеспечивают прогрессивный подход к криптоиндустрии. Иван Турыгин, член совета директоров группы компаний, объясняет, что проект Polybius – это уникальное явление. Финансовые учреждения нового типа, поэтому им должна управлять сильная команда. Уже через несколько месяцев во главе компании предстанет человек из правления швейцарского подразделения банка Credit Suisse. Его имя пока не разглашается. Известно, что у него 10-летний опыт работы инвестиционным банкиром с закрытыми сделками более чем на 3 миллиарда долларов. Подобные кадровые решения – стратегия Polybius.